Всем привет! Сегодня расскажу про один из самых простых способов сделать вашу акустику беспроводной. Если у вас есть мобильный телефон на базе Android, в принципе, можно использовать любой другой. Там есть Bluetooth. Все, что нам нужно, это обычная акустика, которая у вас есть. Да? В данном случае это микролаб на усилителем что-то порядка 30 ватт. Вот. И мобильный телефон на базе Android. Сейчас мы его управляем. Вот смотри. Так, сейчас фокус. Валерик. Это одна из программ. Так, мы управляем громкостью. Вроде бы казалось обычно, да? А где же у нас провода? Проводов-то у нас нет. Для этого мы используем обычную, точнее, не совсем обычную гарнитуру, а гарнитуру от Sony Ericsson MW600. Она, соответственно, приключена к колонкам. Сейчас вам покажу, что она работает. Вот. Можно управлять громкостью непосредственно на ней. Так. Что мы имеем? Мы имеем, в принципе, акустику, да, в которой можно расположить в любой комнате, в любом положении. И достаточно бюджетный способ обойтись без покупки новой акустики. Если вам хотелось бы использовать, допустим, все то же самое, но уже без проводов. То есть в компьютер, если вы хотите, вы определите это как headset, и можете через него направлять музыку. Ну, вот, почему она на Android? Ну, у меня другого нет. Софтина. Одна из не родных, конечно. Диско хаус. Сейчас я могу вам показать, что это действительно работает. Путем нажатия. Газ. Просто на андроиде, наверное, чуть побольше. Вот, показывает то, что гарнитура запараллелена. Так, еще будем, например, плеер. Да? Плеер на андроиде один из самых лучших, называется Power Amp Player. Что-то стоит порядка $5, он своих денег стоит на самом деле. И что мы имеем? Мы имеем музыку качества LAC, нет, это Lost NAS. Какой поток-то? 44 кГц, 1020. Флаг. Вот. А стоит гарнитуры, зависит от кого, откуда ее заказывать, от 1700, можно за 1300 примерно привезти, если заказывать с eBay. И в магазинах порядка 2000, 2200 что ли, в этом районе. Вот. Можно, конечно, использовать любой другой смартфон, у которого есть способ проигрывания через Bluetooth. Но я думаю, в чем удобство? А удобство в том, что мы можем размещать мобилы в любом месте, колонки в любом месте. Нет зависимости от проводов. Все провода, все, что вам нужно, это только воткнуться в розетку. Воткнуть колонки за розетку, все остальное висит на нем. Да, гарнитура, естественно, она на аккумуляторах, и хватает ее примерно на 10 часов проигрывания. И бывают такие глюки, то что, конечно, она у нас типа играть отказывается. Говорит о том, что она сейчас выключена. Сейчас я включу повторно. Бывает, но это только проблема с самих приложений, между которыми перескакиваешь. Гарнитура запараллелилась. И на автомате играет, начинает то, что у нас Power Amp Player. Мы его, естественно, гасим. И фокус. Так, и играем здесь.